Стажаров принадлежит к тому поколению советских художников, которое заявило о себе в середине 50-х годов. В 1951 году он окончил Московский художественный институт имени Сурикова и, начиная с 1952 года, экспонировал свои картины на выставку. Натюрморт привлекал художника на протяжении всей творческой жизни, а после поездок на север буквально захватил его. Его натюрморты характеризует определенная монументальность. Большое значение имеют материальность, объемность, фактура предметов. Автор немногословен и убедителен. Каждая деталь помогает создать образ домашнего уюта и тепла. При взгляде на картину «Натюрморт с хлебом» можно почувствовать редкий колористический дар художника. Его творение монументально и национально. Просто поразительно, как Стажаров прописывает каждый предмет. Они настолько осязаемы, кажется, что еще совсем немного, и они материализуются. В этом подлинное мастерство художника. Цвет его картин замешан густо и сочно. Он любит золотистые, темно-коричневые, красные, полыхающие тона, с которыми контрастируют удары холодного цвета, зеленого или синего. Любимая его гамма – это гамма теплых тонов, близких к цвету свежей древесины стен рубленного крестьянского дома. Все его натюрморты перенасыщены сочными красками. Это настоящий праздник духа народа. Стажаров мастерски изображал обычные предметы, которые использовали в быту крестьян. На его картинах мы видим великолепные туеса, обычные горшки из глины, полотенца с узорами, прялки, расписные ложки и многое другое. Все они стоят или лежат на простом столе, который находится в бревенчатой избе. Зритель может ощутить прошлое, которое становится максимально осязаемым и узнаваемым. Художник с любовью прописывает все детали привычного быта крестьян. Можно увидеть все неровности грубого стола, складки вышитого полотенца необычайно реальны. Вся посуда удивляет сочными красками. Мы чувствуем, что художнику нравилось писать натюрморты именно на тему быта простых людей. Он умело находил красоту в обычных вещах. Изображая обычные предметы, он создает настоящий шедевр, поражающий грандиозностью замысла. Стажаров использует сочные краски. Его натюрморт словно изнутри наполнен светом. У зрителя не складывается гнетущего впечатления, хотя быт крестьян был достаточно безрадостным. Мы можем ощутить лишь радость художника, который гордится тем, что он русский человек. Нам невольно передается это приподнятое настроение. Натюрморт художника хочется рассматривать максимально подробно, так как эта картина помогает понять суть русского характера.